Премия «Человек года» учреждена для поощрения жителей Магадана за особые заслуги и высокие достижения в различных сферах деятельности по итогам прошедшего года. Наградят органы местного самоуправления города. В этом году премию присуждают в 13-й раз. Среди кандидатов на премию «Человек года 2020» отметили одну из кандидатур в связи с проделанной работой в пандемию. В сжатые сроки была проделана колоссальная работа, обозначена утилизация заболевших, организованы инфекционные стационары, выстроены реанимационные отделения, приобретено недостающее медоборудование, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, оснащены общежития для медиков в госпиталях. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществлялось на основании ходатайств от предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, творческих союзов. Они зарегистрированы согласно действующему законодательству. Для соискания премии по итогам прошедшего года поступила 21 заявка в 14 номинациях. Победителями станут работники в сферах искусства, культуры, коммунального и сельского хозяйств, спорта и другие. Размер денежной премии для победителей в номинациях составляет 11 500 рублей. Для главного лауреата премии 57 500 рублей. Награждение лауреатов состоится на торжественном приеме мэра Магадана в честь празднования Дня города.